Приветствую вас, друзья! Сегодня мы поиграем в игрушку, которая называется Star Tracker. То есть это космические дальнобойщики. Игрушка недавно была добавлена в Steam в виде демо-версии. То есть каждый может бесплатно в нее поиграть. Значит, что из себя представляет эта игра? Это, ну, по сути, те же самые дальнобойщики, только в космосе, где мы можем перевозить грузы, чистить трассы от космического мусора, заводить друзей, врагов среди космических дальнобойщиков и также перемещаться по галактике, высаживаться на планеты и многое другое. То есть вообще возможности игрушки, как пишут разработчики, очень много, но это когда уже она выйдет релиз. Обещают они выпустить ее в 2024 году, когда точно неизвестно. В общем, когда будет, тогда и будет. Ну а пока что у нас ограниченная версия демка. Давайте посмотрим, что же она себя представляет. Итак, нажимаем Space. Кстати, русского языка, к сожалению, пока что нет. Может быть, ее завезут в релиз. Нажимаем Space и погнали. Пробежимся по настройкам, посмотрим, что тут нас, что тут нам предлагается в начале игры. Так, Play Demo, Star Tracker, Options. Ну давайте Options, Game. Дистанция в километрах, вес килограммы, температура центиград, Кельвин, Фаренгейт. Ну это, так понимаю, Цельсий, да? Все остальное, в принципе, пофиг. Так, Game Controls, Display. Ну, по графике все на ультрах у меня стоит. Надеюсь, игра будет не будет лагать. Поэтому все. Окей, применяем. Что ж, давайте начинаем демо-игру. Итак, короче, тут что-то чувак там пытается сказать. Сейчас уменьшу громкость. Ну, типа, он знакомится со мной и рассказывает мне первые там какие-то вещи, что нам нужно, необходимо соблюдать. Итак, у нас было спец задание. Get out of your comfortable seat. То есть... пошли прочь из вашего комфортабельного кресла. Ну ладно. Смотрите, астероид. Значит, контрол, то есть управление, лок. Осмотреться с помощью мышки. Switch View, это сменить вид на кнопку C. Или C. Прикольно. Слушайте, ну вообще так, в принципе, нормально смотрится все так вот. Замечательно. Астероиды, планет пока что никаких не вижу. Speed limit 150. Какая-то там херня моргает, я так и не пойму, что за херня. Пробуксовка, что ли? Ладно, зум. На зум удерживает Z. Ага, я понял. Ладненько, давайте попросим, то есть сделаем то, что он просит, выйти с этого кресла. Оп. Так, move, перемещаться в ASD, осмотреться с помощью мышки. Put your skip. Короче, он просит нас одеть костюм и выйти в наружу, починить грузовик. Да, друзья, в космосе много у нас космического мусора, и в принципе от этого надо будет потом, поэтому постоянно придется грузовичок нам ремонтировать. Так, кровать пока что не сможем с ней взаимодействовать, какие-то штуки валяются. Ладно, пойдем посмотрим, что нам там в космосе, как вообще космос себя представляет в этой игре. Одеть. Воздух 100%, энергия 100%. Одеваем на левую кнопку. Все, мы в костюме, в скафандре, можем, в принципе, уже идти в шлюз. Open airlock door. Открываем, заходим. Закрываем. И тут у нас что-то должно быть в виде рубильника. Вот. Где у нас происходит разгерметизация. Ну что ж, по управлению у нас move up. Это получается space, это мы летим вверх. Shift вниз, Q, E это у нас крен, и ASD, VSD это как всегда передвижение. Так, нам надо вот починить вот эти детальки, посмотрим, что это такое. А, вижу, вон что-то шипит, короче, у нас какая-то утечка. У нас задание, да, починить две штуки, две детали, залатать дырки, короче, посмотрим. Так, статус у нас энергии кислорода, вот, в принципе, есть внизу экрана. Так, зажмите левую кнопку, ага. Сейчас залатаем дыру. Что такое? Что случилось? Что-то чувак задергался. Так, ну что тут у нас, давайте. Опачки. Бля, помчал. Что это? Это не грузовик, кстати. Больше на дрона какого-то, похож. Давайте еще одну дырку залатаем. Это странный космический мусор. Все из-за него. Так, ну давайте пролетимся, посмотрим, что там у нас вообще грузовик. Как он внешне, как вообще... Блин, а прикольно, можно тут, интересно, станции высаживаться.
Написано, что летать по планетам можно, а вот высаживаться я пока что хозяин. Но я так думаю, что это будет уже в релизе, сейчас мы пока не узнаем. Так, главное наши маршевые движки, это маневровые. Вот он, у нас уже получается есть груз. О, да, по заданию написано return, возвращайтесь в шлюз, снимите костюм, поставьте себя на зарядку и садитесь в кресло. Сейчас сядем. Мне вот это интересно, что это такое, можем повредить себя или что тут? Ой, у нас развернуло и энергия, мне кажется, чуть-чуть подуменьшилась. А можем вообще улететь от грузовика куда-нибудь далеко? Прям вообще. И как, по инерции мы тоже будем лететь? Не, потихонечку останавливаемся. Может быть, не стоит там куда-то сейчас высовываться? Ладно, полетели снова в грузовик. О, видите, он опять... О, тихо, что? Что это было? Что за пищание какое-то? У меня вроде статус нормальный. Кислорода только подыми... О, теперь в правом ухе меня запищало. Ладненько, давайте возвращаться внутрь, но сейчас накажут, не дай бог. Может быть, там грузовик заглушить, смотрите, вон труба торчит. Над чем он тесно работает, раз трубы выделены? Это ж не выхлопные или... Так, ладно. Думаю, потом мы это узнаем. Заходим. Гравитация Airlock Ready. Ну, типа, наверное, готово все, да? Все, заходим. Загорелся свет. Снимаем костюм. Все, и садимся в кресло. Кстати, свет у нас... Света не было, его включили. А что по взаимодействиям? Тут что-нибудь активно вообще или как? Или пока что нам нельзя ничего тут ни с чем взаимодействовать? Ладненько, давайте пока что... Будем руководствоваться тем, что нам говорят. Так, нажмите Space пробел, чтобы активировать главные трастеры. Угу, я понял. Break и Reverse — это кнопка Shift. VSD для маневров, короче. И QE — это у нас... Что это QE? Танга... О, этот крен. Также. You can switch... А, чтобы сменить вид, нажмите кнопку C или C. Ладненько, подтверждаем. Опять там что-то чувак говорит. Ну, типа нас обучает. Что тут у нас? Смотри, можем даже взаимодействовать. Тут тоже. Оп, ой-ой-ой. Может быть, и надо нажимать пока что. Статус нас, смотри. Оксиген, это получается, может быть, топливо, вот эта эффективность. Да нет, life support, мне кажется, вряд ли. О, камера даже есть. Серьезно? Так, у нас такие штуки были. Давайте их оставим. Температура. Ладно, что там? Там пишут. Put some music. Опционально. То есть мы можем включить музыку, да? Не, давайте. Давайте пока без музыки. Может быть, мало ли. Тут у нас авторские права еще. Drive to jump gate. О, нифига себе. Мы сразу, короче, прыжковые ворота. Чик, готовые на рунере. Активать jump gate. Прикольно. Короче, полетели. Бензин. Че топливо у нас? Топливо. Ладно, что, давайте погнали. Камера на C у нас меняется. Сейчас там чуваки проедут. Это в натуре какие-то дроны. Видите, он таскает какой-то груз. Или что-то хрень. Ладно, нажимаем пробел. Как-то непривычное управление. Обычно я привык, что VSD это V вперед. А тут получается VS это у нас тангаж. АД это у нас рыскание. Ну, короче, понятно. Все-таки в пространстве тут другое немножко управление. Это ж вам не... Не просто дальнобойщики, по которым мы... Просто педаль газа нажали и поехали по трассе. А тут космос уже. Ладно, давайте разгоняемся. Что тут у нас по скорости? Speed limit 85. Да мы даже не разгонимся такой скорости. Ну-ка давайте посмотрим со стороны. 1,4 километра лететь. Звуки! Звуки, надеюсь, а звуки все-таки мы внутри слышим, но не в космосе. Так, ноль... Ой, тихо, что такое, все потемнело. Мы... Что? Короче, с помощью этих дыр мы можем перемещаться по галактике. Нам для этого нужно выровнять грузовик, автоматический power-up. Выровняем, тогда у нас что-то загорится, короче, и когда будет зеленый сигнал, то мы нажимаем вверху рубильник. Понятно. Подтверждаем. Вот, ждем зеленого сигнала. А, вот рубильник. Погнали.
Вау. Друзья, гиперпрыжок или вап-прыжок. Блин, ну прикольно. Так, мы прилетели. Блин, что-то мне сейчас это все напомнило Elite Dangerous. Вот, вот честно. Как будто мы где-то прыгнули, тут сразу у нас терминал появляется, баба что-то говорит. Типа, чтобы приконнектиться, вы должны запросить запрос. Запросить запрос. Ну, вы поняли. Так, а что нам? Туда в терминал, там можно пешком, наверное, погулять? Или куда нам? Он hop start hail. Head delivery. Короче, нам нужно... Да, мы с грузом, друзья. Мы должны... Кстати, мусор или что-то валяется. Мы должны доставить его. Это трейлер. А куда доставить? Delivery waypoint. Да, нам прямо. Давайте, разгоняемся. На пробел. Что тут у нас? Это, получается, значок... Чего? Кислорода, скорее всего, да? То есть, как бы, все нормально. Блин, ну скорость, конечно, непонятна. В космосе же понятие скорость совсем другая. Ну, ладно. Тут, мне кажется, все просто упрощено для дальнобойщиков. Пускай будет в милях, километрах. Скорость в час. Так, поворачиваем нам. Куда стоять? Куда точка пропала? А, нам нужно загнать в гараж. Designate drop zone complete контракт. Чтобы завершить контракт, нам нужно загнать в эту зону. И когда цвет индикатора поменяется на зеленый, вот, видите, сейчас загорелся, мы сбросим, короче, этот грузовик. Ой, грузовик, какой-то контейнер. Ладненько. Э, чувак, ты что тут делаешь у меня впереди? Так, блин, привычка. Мне кажется, привычка, блин, управление, конечно, надо, друзья, привыкнуть. Просто реально. Так, вот, кстати, у нас состояние груза. 1000 тонн. Трейлер 100%. Ну, короче, типа статус груза у нас пишется. Поворачиваем, поворачиваем, поворачиваем. По инерции все-таки мы тут особо сильно не двигаемся. Небольшая, мы немножко затормаживаемся. Так, затормозить на shift. Сейчас мы подъедем, когда эта хрен загорится зеленым. Вот, все, тормозим. Так, ага. Detection, короче, turn off track magnetic. Короче, нажимаем вот эту штуку. О! О! У нас первое задание выполнено. Мы заработали 600 баксов и 900 XP. Ну, в принципе, да, пока что нормально. 14 минут мы потратили, что ли? Серьезно? Или что это такое, не понимаю? Или, может, времени сколько осталось? Потому что не может быть 14 минут. Ролики записываю только несколько минут. Ладно, продолжаем. О, мы почти достигли второго уровня. Confirm. А, хорошая работа. Типа, дуй дальше, зарабатывай деньги. Так, что? Док, лок, аэросток. Короче, нам нужно пристыковаться. Пристыковаться, что-то взять и улететь куда-то, да? Значит, по заданию Hit Palm View in Atlas Prime. То есть, нам надо отправиться в Palm View и отвезти в Atlas Prime. Пристыкуйтесь с B3, примите контракт. И можете использовать передатчик, типа вот этого, да, получается у нас Silver Bell SB. Хрен его знает, ладно. Погнали, короче, куда нам лететь? Palm View это вон, 5,1 километр. Ну что ж, 5 километров, погнали. О, мы оторвались. А, low power. Уровень энергии у нас, короче, куда он полез? Где-то справа кресло. Короче, нам нужно следить за энергией, друзья, еще. А ну-ка. А ну-ка, тормози. Так, CB радио. А, ну вот. Да, мы можем взаимодействовать с другими дальнобойщиками. Когда у нас загорится такой символ, мы можем ответить им, да? С помощью 1, 2, 3 готовые ответы. Прикольно. Алло, кто-нибудь меня слышит? Пошли все в жопу. Так, мы остановились или крадемся? Вроде остановились. Давайте посмотрим, что там у нас. А, вот тут у нас что-то, да? Open Maglock Power Hatch. Ну, тут нормально батарейки еще. Да, мы можем, кстати, что-то отключать, что-то переключать. Климат-регулятор, свитч-чарджер. А где вообще, по сути, общий заряд наш? Ну-ка, давайте посмотрим.
Вот это может быть. Ладно, в принципе, сейчас пока все нормально. Значок считал, что ли, тут появился. Погнали. Погнали вперед. Пристыкуемся в этот Palm View, там Dock Station. Так, нам вниз, да? А то кто-то полетел не туда. Здорово, чувачки. А посигналить можно? Так, ну на H не работает. О! Сейчас мы погоняемся с чуваком. Куда собрался? Блин, ну он с грузом, так неинтересно. Но все равно, смотри, он отрывается. 150. А если я превышу скорость, что-то менты появятся? Или как? Вот это мне интересно. Сервис. Можем заправляться, поспать даже, да? Ну что ж, ладненько, мчим. Мы почти догнали этого чувака. Сколько скорость? 120 километров в час. Нифига себе, вот это мы разогнались в космосе. Вон, Астрака Фуэл. Скорее всего, можно заправляться. Понятия не имею, как это выглядит в игре, но... Может быть, в процессе ознакомления мы посмотрим на это. Все, мы обогнали чувака. Так. Да, тут, конечно, джойстик не помешал бы вообще конкретно. Ой-ой-ой, встречка, встречка. Чуваки, извините. Сука. Итак, друзья, первая авария. Что-то мне тут предлагает. Скорее всего, нам починиться надо будет. Трафик коллижен минус 5. Есть повреждение. Ну, давайте остановимся. О, бридж. Ну-ка, давайте выйдем. Ой, а что все валяется? А, ну, понятно, из-за меня все. Так, погнали. Скорее всего, там что-то надо починить. Ага, вон, я увидел быстрее. Чиним, чиним, пока никто не... О, кстати, нифига себе, планета, только сейчас заметил. Нифига мы тут накосячили. Не успев все начаться, мы уже все запороли. Слава богу, хоть без груза. Блин, по привычке, вот не знаю, во многих космосимах вниз это у нас Ctrl всегда. Так, где-то тут еще. Быстрее, пока там ничего там не утекло. Вроде бы все. Че, ошибок не пишет? Ящик. Это иди сюда, короче, пока. Фу, первая авария, друзья. Надеюсь, еще серьезного. Так. Что-то у нас ничего не горит. Вот это, конечно, 2%. Это что? Граф. Гравитация. Так, ладненько, погнали. А, да мы уже, в принципе, приехали. Так, все, без косяков, друзья. На встречку больше не выезжу. Ой, я шиф. Не то нажал, а теперь сзади ее сдал. На встречку больше не выезжаем. Хотя вот мне интересно, можно вот там летать? Не обязательно вот, вот по этой вот штуке. Так, вот теперь опять. Нифига, три прицепа тащишь. Вот это ты можешь. Я думаю, мы тоже такие прицепы будем таскать в будущем. Блин, скотина, он тоже, походу, туда летит в Palm View Station. А вот смотрите, какой у нас дракон. Трехэтажный, нифига себе, он как змея переворачивается. Докинг. Используйте докинг камера для... Ага, понятно. Докинг бей. Маневрируйте. Маглок левел. Ну, понятно. Короче, что-то мне это напоминает. Так. Что-то у нас с гравитацией, да, случилось. Lock gravity compensation offline. Скорее всего, что-то у нас повредилось, либо обесточено. Все, тормозим. А, нам надо залезть туда, да, пристыковаться. Сейчас развернемся. Чувак, а меня можешь починить? У меня что-то с гравитацией непонятно случилось. Ага, во-во-во, у нас камера как раз таки включилась. Замечательно, блин. Тут, блин, реально, друзья, вот, очень бы выручил джойстик, конечно. Все, да что это такое, не пойму. Ты что тут делаешь? Так, сдаем назад. 45 метров. Блин, ну вообще прикольно, стыковка тут сделана. Так, тихо-тихо, приближаемся. Так, все, готово. Готово, теперь, а что нажать надо? Вот эту штуку, да? Ух, кайф, друзья, мы пристыковались.
теперь пешком будем ходить по станции или что? Джобборд. А, ну типа принять контракт можем, да? В общем, что-то там пишут интересное, но непонятное. Короче, вот у нас... О, нифига, вот эта штучка прикольная. 300 баксов платят. 1000, нифига себе. А почему так дорого? Ксенон. Блин, ну 1000 баксов, а эти все 300. Тут пофиг, может, что угодно выбрать. У нас какой-то вот, видите, 140 и 150. Сколько у нас в наличии. А что нам там просили доставить? Или там вообще без разницы? Ну давайте, я не знаю, в этот ксенон. И время или что одинаково? 10, 10, 10. Вес одинаковый. Газ. Ну, видите, газ. И да не бог, в аварию попаду, и все, на этом, походу, моя демоверсия закончится. Ну что ж, давайте примем. Ой-ой-ой, это все читать надо? Это как, знаете, лицензионное соглашение мы принимаем. Ну ладно, предположим, приняли. Так, я понимаю, так понимаю, можно только одно задание принять пока что. Ну что ж, тогда погнали. Бэк. Так, теперь гоу-сектор мы, ага. Пикап ксенон. Нам надо запикапить ксенона этого. Где он, кстати, есть? Диего. Где он есть? Тут карта вообще есть в этой игре? Ладно, давайте остыкуемся. Нам же остыковаться, так понимаю, надо. Подожди, а стой. Что у нас гравитация? Давайте посмотрим. О, сейчас есть. Видите, вот тут 0 нарисовано. 0 нарисовано. Маглок. Кит поинтс, повар. Тут все нормально с энергией. Вот 39, видите, чуть поменьше. Это хреново. Наверное. Что-то у нас. Вот, гравитационный компенсатор. Ну, он включен. О, тихо. Включаем. Тихо, не надо, не надо. Так, а тут что у нас? Шаттл. И чё? Ничего. Да, кашебардак тут у нас, конечно, жесть. Насчет гравитации пока что не пойму. Вот это что за штука, крутится? Лифт стерс. А, вот у нас. Короче, батарейка села. Так, мне кажется, надо для этого выключить гравитации. А есть у нас где-нибудь батарейка еще? Берем вот эту батареечку. Я, конечно, не знаю, но там какая-то у нас батарейка была 100%. Давайте пока это бросим. Так, shift, не control, блин. Ох, надеюсь, меня простят боги электричества. Может быть, надо выключить? А давайте поменяем батарейку или потом? Ладно, потом. Так, ладненько. Сейчас мы тогда замутим гравитацию. Сейчас все будет в порядке. А где-нибудь эти батарейки продаются, интересно? Все, вставил. Включаем гравитацию. Генератор. Может быть, как-то эту энергию нам надо беречь? Я хз. О, блин, какая-то резкая лестница. Где у нас батарейка, которая у нас сдохла? Вот она, да? Не, вот она. Может, как-то заряжать можно? Это типа зарядная. Так, ну чё? 72. Не похоже, чтобы она заряжалась. Зато у нас, видите, что-то там маг А, маг Б. У нас что-то не работает. Ядро 20%. Охереть. Что у нас какая-то беда, друзья. С электричеством. Вот это что у нас? Это клоз. Давайте отсюда вытащим батарейку. И вставим ее. Нам же, в принципе, пока что не надо в космос дергать, да? Так, отлично. Да, все-таки у нас никакого зарядного нет. Вот это, конечно, жаль. Ядро. Ядро у нас должно быть всегда в заряде. Больше нет никаких батареечек у нас тут. Ну, костюм извинит. И у нас пока что без энергии. Оксиген, генерал панель, климат-контрол. Но это нет, это святое, это трогать нельзя. R1. Air-фильтр. Слушай, тут, в принципе, со многим можно взаимодействовать. Компакт. Ладно, полетели, короче.
Полетели, посмотрим. Гравитация есть, все есть. Может быть, там свет вырубить, чтобы не так энергии тратить. Тут врубается. О, получилось. Давайте вот этот свет вырубим. Вот этот свет. Вот этот, ну, на камере просто видно. Но это габаритные всякие штуки. Turn cabin light тоже выключим. Я не знаю, я все повыключал. Ну, ладненько, смотрим на эту панель, если что. Короче, что нам нужно отконнектиться, да? Так, отконнектились. Теперь нам нужно полететь на... Короче, захватить этот груз. Пока что не пойму, где он есть. Ну, давайте посмотрим. Вон, карга, 1-2 километра. Так, что ж, ладненько, забираем тогда груз. Мы летим. Куда нам надо лететь? Батарейки 30-18%. Жесть. Вон она, я уже увидел. Карга. О, это ж надо тоже припарковаться задом. Так, switch docking камера. Ну, понятно, понятно. Так же, как с доком. Притормаживаем. 17 метров, 15-10. Ну, давай еще. Газуй. Так, отлично, готово. Коннектим. 17%. Что нам дальше? Goto Sector Purity. Purity 7,8 километров. Туда, короче, да, нам надо отправиться. Ну что ж, погнали. Опять там на трассу выезжать. Да, Purity. Короче, выезжаем на трассу, друзья, погнали. 17% батареечка. Тут, кстати, вот я... Пинг-сканер. Ой-ой-ой, что я сделал? О, чувачки вон стоят. А, ну это типа какого-то сканера. Так, давайте сейчас, чтобы никого не врезаться, аккуратненько поедем по дороге. Воображаемой. В этот Purity, Purity Security. Батарейка, конечно, в шоке. Я так понимаю, этот мусор космический, который летает у нас. О, это что? Paint и Ride. А, можем даже... Да, кстати, в этой игре возможно протюнячить свой грузовик. Да, покрасить, всякие штучки на него прилепить. Но это все, мне кажется, в релизе будет. И я рассказывал насчет того, что он слетает космический мусор. И этот мусор опасен. Как раз таки мы врезаемся, наш грузовик повреждается. И нам приходится из-за этого выходить, чинить грузовик, латать дырки. Что мы делали в начале, да и в принципе, когда попали еще в аварию. Что ж, давайте разгоняемся. Впереди никого нет. Главное, ничего не протарани, потому что мы везем газ. Так, давайте чуть-чуть подвинемся. Главное, не выезжать навстречу. Вон там грузовик летит. Главное, не косячить, все будет нормально. И заработаем бабла и еще репутацию себе поднимем. Прокачаем сразу ранг. Так, и что? Вот я прилетел сюда. Опять навстречу выезжаю. Нам надо в Purity Security. Офигеть, там, посмотрите, змея какая вылезла. Опять. Офигеть, целый поезд. Так, не задень, пожалуйста, прошу тебя. Тут я хз, просто, конечно, наугад летим. А, это у нас опять в эту лететь, дырку. Полетели. Мы приближаемся. Нифига, тут что-то... Так, выпрямляемся. Остановите свой грузовик на необходимой дистанции. Дождитесь окончания, короче, вот этой вот энергии. Ну и когда у нас загорится зеленым, типа, все, летим. Конфирм. Подлетаем. Вот там, наверное, где знак стоп, ну туда подлететь надо. Может быть... О! Загорелось! Так, ждем зеленого сигнала и... Где эта кнопка? О, погнали. FSD супер круиз, нафиг. Воу, нифига, тут целый город космический. Так, что с энергией? С энергией... Ага, короче, мы в какой-то Purity сектор попали. Дроп ксенон PR04. PR, вот дроп зон 2,8 километра. Погнали. Аккуратненько.
попытаемся сейчас доставить груз. Слушай, друзья, ну, в принципе, вообще, мне нравится. Прямо аж непривычно такие дальнобойщики. Чувак, куда ты летишь? Видишь, я еду. Лечу, точнее. Так, температура кабины. Следи за температурой. Минус 273, офигеть. Офигеть, абсолютно ноль. Короче, а что там с температурой у нас? Минус 1. Ну-ка, тормози. Давайте свет включим, я ни хера не вижу. Так, вот температура, да? Давайте жару сделаем. Так, дроп-зона у нас туда, надо развернуться, постараться. Минус 7, серьезно? Давайте ход поставим. Минус 9, минус 10. Э, чувак, а ну-ка давай по максимуму. Почему замерзаем? Я вот варм ход поставил, хитр. И обдув по максимуму. Батарейки есть. О, мы сдохли, походу. Да. Пролог закончен, друзья. Дубль 2. Снова полетаю сюда. Значит, батарейки пока что все у меня нормальные. Даже гравитационный генератор нормально пока что справляется. Какой-то чувак впереди меня уже постарался улететь. Так, посмотрим. Кстати, сразу выставим, давайте, хитр на варн. Вот, видите, температура растет. Как бы нормально все. Так, ну что там, загорайся. Я так и не понял прикола, что за, почему такой дикий мороз напал на наш грузовик. Сейчас проверим. Так, готово. Помчали. Может, конечно, батарейка где-то в климат-контроле села, но опять-таки... Секьюрити, нифига себе. Чё за хрень? Чё вам надо, не пойму. Все нормально, все документы в порядке. Все, видите, батарейки есть. Чек-комплект. Все, наслаждайтесь, так сказали, полетом. Полетели. Полетели снова туда, куда мы до этого летели. Это получается... Да, груз, конечно, сейчас немножко другой, но тоже 1000 баксов. Вот, контейнера везу, в контейнер, короче, везу. Температура 2,4. На улице минус 112. Прикольно. Так, ну пока что 2,4. Просто, может, говорю, может, где-то патречка у нас подсаживается. Дроп-зона 4,2 километра. А, теперь нам надо лететь прямо 4 километра. Короче, я понял, друзья, если мы за пределы трассы вылетаем, там у нас очень много космического мусора. Поэтому лучше летать вот в этих вот специально отведенных участках. Так, а дальше куда? Алло. Куда мне лететь? Куда лететь, алло? Дроп-зон. Я не вижу трассы. Ну давайте вон за грузовиками полетим. Вот они летят, и мы туда же полетим. Что там у нас по... У нас скоро гравитация пропадет. Да насрать пока что на нее. Самое главное, температура нормальная. Вот 2,4 пока что. Так, никого там не цепляем, не подрезаем, надеюсь. Поворотики в этой игре, в принципе, нам нафиг не нужны. Космо, кэш энд кэри. Наверное, что-то можно покупать здесь. Так, дроп-зона, дроп-зона где-то вон. А, мы уже почти, друзья, подлетели. 1,7 километра. Надеюсь, без происшествия мы долетим. 4% гравитация. Температура нормальная. То есть, как бы пока что все хорошо. Ничего не предвещало беды. А что там кто-то стоит, я не пойму. Дроп-зона, ну. Может, они сюда... А, не, вот PR-02. Я, конечно, хз, но...
Давайте рядышком где-нибудь поставим. Ну вот, я прилетел. Да, друзья, он выполнил задание, офигеть. 1113 баксов, нам еще какой-то бонус начислили. Carry full driving. Ну типа, красавчики. Все, continue. Тыщ, почти не хватает до третьего. Ну, в принципе, тут и так понятно, друзья, все. Вау, нифига себе, тут у нас целая хрень есть. Целая таблица, нифига себе. Хрупкий груз за время. О, ну это как дальнобойщика, да, получается. Можно вот прокачивать себя и... Какой груз мы будем получать. Вот она карта, друзья, у нас есть. Замечательно, смотри, бутылка нарисована. Энергия, Атлас Прайм. Ну это станция, вот Атлас Прайм, Пьюрити. Что тут на них имеется? Химия, видите, всякие. Короче, призы, не призы, заправка. Офигеть, да тут реальная галактика, друзья, у нас. Вот. И вот это вот можем тут везде летать, забирать грузы, на Медузу слетать. Короче, понятно, тут офигеть, карта, в принципе, достаточно нормальная, ну, в этих масштабах, я думаю. Так, а что тут еще интересного есть? Конвой, серьезно, тут можно даже вместе летать. Прикольно. Конечно, мы можем дальше продолжить, прокачать себя до третьего уровня, но, по сути, это будет все одинаково смотреться. Поэтому, видите, даже по карго, ну, ничего не написано. То есть, как бы... Все, на этом мы сейчас закончим. Блин, игрушка меня очень приколола. Я очень жду ее релиза. И надеюсь, вам она тоже понравилась и зашла. И когда она выйдет в релиз, мы будем ее проходить. Необычные такие дальнобойщики, где мы можем перевозить груз в космосе. Можете, кстати, бесплатно скачать себе через Steam. Поиграть тоже демо-версию, тоже ознакомиться с ней. Но рекомендую все-таки здесь руль. Потому что без руля как-то тут... стрёмно. Ну что ж, на этом мы с вами, друзья, будем заканчивать. Если кому понравился обзор, если кто-нибудь ждет положение, пишите комментарии, ставьте лайки. Спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.